Власти Туниса объявили о введении в стране чрезвычайного положения через неделю после нападения исламистов на отель в курортном городке Суси. Тогда погибли 38 человек. Чрезвычайное положение дает больше полномочий правительству, армии и полиции. Ранее власти Туниса разместили военных на пляжах и в туристических зонах страны. Я считаю и говорю это ясно. Если события, которые произошли в Суси, повторятся, то страна рухнет. Это мой долг как президента страны предотвратить это. И пусть нам поможет Аллах. Среди погибших в городе Сус 30 британцев. Их тела доставляют на родину. Нападения на курорт Сус в июне и на музей Бордо в марте стали ударом по главному сектору экономики Туниса – туристической индустрии. Ответственность за нападение на туристов взяла на себя группировка «Исламское государство».